1 сентября в Хасавюрте на базе профессионально-педагогического колледжа была проведена торжественная линейка «Школа эффективного обучения. Планета знаний». В торжественной линейке приняли участие более 80 детей, учащиеся первых, вторых и третьих классов. Со словами приветствия, поздравления и напутствия выступила заместитель директора школы Сабрина Айдиева. Очень рада приветствовать наших учителей. Это лучшие учителя города. Это люди с большим педагогическим стажем. Это люди с авторитетом в педагогическом сообществе города и республики. Я хочу и родителей, и учителей поблагодарить за то, что вы выбрали нас. Хочу нам всем пожелать этот учебный год провести в здравии, в хорошем настроении. Удачи нам всем! Еще раз поздравляю всех! Для детей и родителей была проведена концертная программа и ставший уже традиционным «Урок мира». Курбан Гериханов, Самат Гахаев, информационная программа «Пульс».